Хорошо, Что-то хорошо. надо. Я буду материться. Не надо, не плачь. Если, если будут протекать. Главное, не плачь. Ты нет, я матерись выключенный микрофон. Плачь, хотя не плакать могу. Можешь не выключенный. Да, кстати, всем привет. Мы пытаемся записать ТТВ. Всем привет. Да, уже? Да. Дима сегодня спал 14 часов, видимо, но не выспался. Поразительно. Такое бывает. Не, я часов 9, наверное, спал всего. Ну ты вообще лол, ну ты просто не щадишь себя. Так, всего лишь 9 часов. Для кого-то 9 часов это уже что-то. Для кого-то 9 часов это недельная норма, наверное. Да, кто-то вообще не ловил сарказма, но... Видимо, кто спал часа 4. Кстати, сегодня это я. Чертов загранпаспорт, я тебя ненавижу. Ладно, зато дадут когда-нибудь. Ну да, через месяц. Да. Я не знаю, что они месяц. Они колдуют над загранпаспортом. Да, я хочу. Да. Так кто у нас течет будет? Справа будет течь. Окей, ладно. В смысле? А, то есть слева. Ну, короче, не. Я понял, что не ты. Так, ну что ж, я играю на миде, это типа инком. Мы играем 3 на 3, в отличие от прошлого видео. Да не знаю, слева вроде опешный, но он играть не умеет. В смысле? Научить его. Научи его быть счастливым. Да, вот этот диагональный лабиринт, это самое простое, что можно сделать из сложного. Кстати, ребят, походу никто не заметил все это время, как мы играли, тут же есть еще один барак с посылным, ну, которым посылали. Который с боссами? Ну, но... ну, нет, я тебя, короче, что это такое, что это такое? Тима, help. Че там, не поинкомить не дают? Вообще не дают, да блин, ну. Давайте я зрителям расскажу, что происходит. То есть, по идее, человек, который на миде, за него и так все отбивают, он инкомит. По идее. Но Дима постоянно почему-то его команда его подводит. Частично дрибадан. Частично дрибадан, да. У меня вроде все получше в этом плане. Я посылаю на все деньги. У меня уже инком 71, хотя Василиск не очень сильно от меня отстает. У меня вообще какая-то жесть. Посмотри, построился вот так вот. И у меня башня, к ним вообще подойти даже не успеваю. Ну, это же дикие кабаны. Смотри, как дамажут. Ну, они реально дикие. Мои две таверки вообще лишние, я так понял. Вадим, посмотри просто на мои таверки. Так я играл за эту расу, еще видос записывал. Короче, смотрите, тебе нужно будет построить вначале две отравляющие. Ну, короче, это плент, которая первая. Вот. Первую, короче, грейдить и ее в первую превратить. А потом тебе надо две вторых и мамонтов из них построить. Что-то, Вадим, там, ты что-то узнал, что ли? Что-то это за одну и ту же раз, второй раз подряд. Я? Да. Ну, я в прошлый раз не успел построить саботаваров, решил в этот раз, возможно. Не, ну раса неплохая, что я могу сказать. Но так ничего экстраординарного нет. Так, я сейчас чутка протеку. Да лол, какой протеку? Даже ничего. Да будет так. Не надо. Вадим, вообще ничего не подходит. Все нормально. Скилл. О, под ноль послал. Ну я с твоей стороны строю таверки, типа ты нуб, поэтому... Надо защищать родную землю. Вот Арчу мог бы и не добивать. Лол, да ты задолбал. Я, конечно, строю таверки с твоей стороны, все дела, но... Мер-то тоже знать надо. Мер длины. И веса. Турион слот. Мы их все равно пока особо не прибиваем. О, кстати, мы ни на одного не протекли. Это все великолепный скилл мой, который... я успел там буквально за пару секунд понастроить что-то. Так, паукан. О, изи. Слушай, лови краба. Какого? Ну тут не будь крабом, слушай. Так, Макс, ты понял, да? Два отравляющих куста? Где?
Два отравляющих куста, а потом вот яйцо во вторую таверку грейдишь, и там, ну, они дамагеры твои основные. О, лол. Блин, строить все-таки придется, ну что ж такое-то? Я сейчас много. Вот дрибадан. Так, короче, я так понял, Василиск у нас не очень. Ну, я пока линком. Че я делаю? Короче, надо вот так вот. Какой инкомишь, лол? Я инкомлю. Я тоже. Поначалу пропустим, а потом... Ну, пока все не очень в порядке. Потому что я не могу... Я сам не могу нормально инкомить, понимаешь? То есть я вроде как инкомер, а при этом я не могу... Инкомер, который не может инкомить. Это все равно, что это сапожник с сапогом на голове. В принципе, оно подходит друг другу. Лол, ты меня обгоняешь по инкому, слышь, псих. Так, Макс, вот эту черепаху, если ты улучшишь, она будет очень больно бить. То есть два вот этих вот лай... Ну, вот эти зеленые яички надо еще раз в куст улучшить. Ну, где-то два... Это особенность этой расы, не надо. Они будут замедлять неплохо. Яички просто. Ребят, кто смотрит в туз? Чтобы победить, нужны яички в куст. Не повторяйте это дома, в игре это делают специально обученные люди. Специально обученные яички. Специально обученные Максы. Вот, да вы задолбали, точнее, частично Василиск задолбал. Че нет, я все лишь он почти на одного с их хп сложить. Я не умею в этой игре пока что-то делать. Вон, у меня таверки стреляются, нет, давай, нет, походу, лол, там вообще хп не осталось. Да, так постоянно бывает. Ну да, там либо добил, либо хп мало. Я вот не знаю, вот такой лабиринт, он лучше того, который был в этом или нет? Ну, диагонали точно лучше. Ну, ты видишь, как я сказал? По-моему, что-то... Ну, проблема в том, что ты, наверное, строишь, у тебя мало... Так нет, смотрите, проблема в том, что ты инкомишь дофига, ты должен отбивать. Отбиваю, но они иногда слишком много засылают. В смысле, у тебя много инкома, значит у тебя мало башен, значит тебе нужно больше башен, тогда ты будешь отбивать. Не, они просто отправляют иногда очень много. Ну, инкома, видишь, сразу 4 паука отправили. Ну, у тебя инкома столько, сколько у меня. А у тебя должно быть инкома меньше, чем у меня. Так, погоди, значит, у тебя же на сотню больше. Ну, уже да, уже. Ну, ты начал строить таверки, потому что наконец. В прошлой игре у меня всегда было инкома больше, чем у союзников в сумме, но зато они всегда все стабильно отбивали, а потом я просто их задавил. Это же стратегия. Своих же союзников задавил. Нет, своих союзников я не задавил. Хорошо, что я из той команды ушел. Хорошо сказал Вадим. Все это запомнили. Играйте с Вадимом, он вас задавил. Всех задавил. Вадим честный, добрый, отдыхчивый игрок. Да, я очень добрый. Вы помогаете мне выиграть, я вас давлю. Блин, надо волка последним посылать, он очень быстрый, так что если вы что-то посылаете, то волка последним. Да вот сейчас, я думаю, заслать на 1500. Фига ты дикий. Давай. Я просто сейчас вам подкопил, у меня 900, сейчас будет волна, я уже отправил и еще. Три волка побежали впереди. Гады дикие. Дима, меня на волку давай, КД. Дима, копи, короче, на 21-ю. Я босса отправлю. А, кстати... Конечно, надо поставить, может, вы сейчас притечете. Я понял, почему Вирус вот так очень сильно недоволен Дрибаданом. Вы посмотрите расу Дрибадана, пожалуйста. Именно поэтому. А, то есть... А, ну так он же и сказал, что типа он взял ОП. Но контрится. Контрится тем, что кто-то другой взял эту расу, и теперь не знаю, что делать. Да, Дима, к тебе сейчас придут, а ну у тебя туннель хороший. Хотя, может, и не придут. Нет, не придут. Я все задаю. У меня от тебя хорошая, от этого чувака не очень, блин. Что-то я, он как-то отбился вначале хорошо, я как-то расслабился. Так, погнали. Если что, не забывайте грейдить, ну, типа, 25% буст атаки. В сложные времена. Давай на следующий. А, на эту. Блин, не, подожди, не, я обняю. Блин, я каркой.
Сапи, мне надо добивать. Ладно, окей. Мне надо добивать. Подбивать. Запивать. Добивать, соответственно. Блин, опять ты меня догоняешь по инклому, гад. У меня тут дикий бендиго. На Дима 200 хп волчара. Блин, бендиго с одним типом атаки. Блин, наконец-то. Это ты построил или что? Ну вон, видишь, я бендиго поставил. Лол, вот. Он станет еще. Ух ты, он дикий вообще. Ты про кого? Что-то я к 21 защищался. А, они ничего не послали. Это вот. Раунд, Дима. Ну они сказали, типа, гоу послай 21-й. Ну нифига не послали. Это был дверь больше тем, что говорят рандом. Они давили на меня морально. И аморально. Аморальное давление. Ребят, так, короче, этот, Макс, смотри, теперь тебе надо где-то посередине построить одного улучшенного мамонта за 4000. Он всем, он удваивает дамаг всех таворок. Ну, в каком-то радиусе, так что в самой середине построил улучшенного мамонта одного. Так, Вадим принимает двух почти убитых волков. Ну и да, я тут построился чуть. Так я, наверное, надо? Думаю, что не нужно пока что апгрейживать второй тир, потому что там пойдут очень дорогие бомбы. Нужно сначала закончить с отправкой этих бомб. Ну, мне норм, я загрейдил. У меня сейчас будет 3000 голды. Я отправлю вообще сразу все. Лол, я просто все дефую. До половины лабиринта даже не успеваю 4 волка добежать. Ну окей, тогда. К сожалению, ничего не скажешь о красном. Да красный рак какой-то. Ну, первый раз вообще. Не, ну, он строится со вкусом. Да, у него, кстати, такой красивый лабиринт. Не знаю про эффективность, но красиво, по крайней мере. Ну, лабиринт может эффективный, а вот дамаг не очень. В смысле? Мне нравится получать экстра голд. Ну да, кстати, нифигово так, X2. Я же говорю, он от какого-то, потому что убиваешь ты явно больше, чем чувак этот, я уж тем более. Забив, как всегда. Взял там опять чипер, ну раз. Да. Блин, за чертова КД послать ничего не могу. Ну ладно, я что-то погорячился, не все ты отбиваешь. Да, я просто скажи, там 1900 скажи, голды не потратил. Скажи, Макс, ты копишь 4000, да? Да-да-да. Ну, отлично. Так, ребят, у Трибадана проблема в том, что он отправил всего лишь 12 юнитов, а Виф отправил всего 22 юнита. Да. Блин, ребят, у вас там инкома вообще, что ли, нет? Вы забыли, что это за слово такое? Да. Фига себе, у них там убито всего 700, у нас 300. Они, блин, короче, Вадим, пацифисты. Вадим, ты сказал это слово. 700? Надо было сказать, у них убито 700, а у нас на 400 меньше. Ух, нифига. У меня башня, которая на Bloodlust, это бафает. Офигеть. Блин, что-то вообще происходит. Макс построил нужного пацана. Теперь, по сути, тебе надо, короче, смотри, вот улучшенные кактусы, если строить, там будет очень сильное дерево с атакой 5000, и с улучшением получается у него 10 тысяч атака, это неплохо. Но они дорогие за 3000. Да, я больше порадовала 90% бонус к атаке. Да, причем на всех, там радиус 900, так что на всех хватает. Что-то как-то все печально. 4 жизни. Есть такое. У меня все превосходно. Это все из-за того, что Дима инкомит. Да. Дима, давай я буду инкомить. А, лол, у вас совсем дрибадан какой-то, лол. 4 юнита осталось. Во, смотри, у меня финальная таверка, которая еще и дамажит. Тебя таверка дамажит, подожди, честно? Не-не-не, имею в виду, финальная таверка, она еще и бафер. То есть мало того, что она лучшая среди башен, так она еще и... Тебе же зря я вам, видимо, питлорда отправил. Фу, ну, ты, блин, издеваешься. Ты мог это пораньше сказать? Я тоже им питлорда отправил. Походу... 4 как раз.
Я причем питлорд один, питлорд один. Хотя вы нам тоже питлорда отправили, по идее. У меня тут таврок построен вообще нормально. 1200 и еще вот эта всякая фигня. У меня где-то таврок на 1600 построено. Кстати, Вадим, знаешь, в чем отстой того, что вот у меня сейчас происходит? Смотри, кого бафает этот парень. А ты вручную можешь это делать? Не, я знаю, но все равно. А где твоя? Вот этот вот сатир, да, у тебя типа сильный? Не-не, сатир он ауру дает, а вот тот, который ниже него стоит, вот этот вот чувак баф. Блин, сатир крутой. Блин, что-то у тебя вообще какая-то дикая тема. Да. Не, ну у сатира атака не такая высокая. Что-то от меня идет фуловый питлорд. Что-то хреново. Ну, наверное, заканчиваем. Да, короче, мне без разницы, за кого играть на миде, потому что все ок. Можно башню не... Не, ну, кстати, смотри, я-то его убиваю. Не, Макс, ты слишком много кактусов построил. Я говорю, кактус улучшить надо, тогда там сильная башня. Нормально. Ты воспринял. Типа, мы много не улучшили, так это как один улучшенный, что ли? Ну, ладно. Может, ты пару жизней от нас передать, не знаю. Да, я... Ты, кстати, еще ни разу не протек. Ну вот поэтому вот. Я надеюсь на тебя, не я не хватает ничего. 4 голды. Нормально. Вот смотри, вот в моей команде потек. Вот. Я... Тима, у тебя просто аура такая плохая. Да. Вадим, а вы третье здание вообще? Вадим, знаешь, что за пассивка у этого дерева за 3000? Типа за каждое 1%. Дерево поблизости приблизилось к скорости атаки. Да, 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 я знаю. И в итоге она средняя становится. То есть тут должен быть один человек и два. Да, 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 именно в этом смысл этой расы. Я вот за нее в прошлом видео играл, и у меня было 59 улучшенных кактусов. Мамонты потом, естественно, продаются и тоже становятся кактусами. Только ты как-то слегка кактусами увлекся, мне кажется, слишком сильно. Все, у меня как раз кончился один. Почти. О, все. Я вам тауронов отправил. Щадящий засыл. Щадящий засыл? У них последний хп. Что-то мне подсказывает, что все. Ну-ка. Блин, ну вот у сатиров о. Один минус есть, у них дистанция атаки 600 это не круто. Ой, лол. Походу как я. Давайте, мы должны это видеть. Хотя нет, Дима там доблестно сражается. Я вообще потею, пипец. Блин, ты такой нормальный лабиринт построил. Да, нет, лабиринт-то маленький очень, ну просто. Он, блин, нацелен на того, что справа в основном будут, а видишь, у меня слева вся жопа идет. Надо, по идее, его перестроить, конечно, было бы уже давно. Вот, нормально. За дождя мне было скутаки. Ой, дождь пошел, лол. Зонтик надо раскрывать. Драбадан. А, лол, я, короче... Ну, нафиг. Вадим, посмотри вот на это, что... Блин, ты уже вышел. А, в смысле? Это не я вышел, это хост вышел. Я имею в виду хост. Мне, короче, ящерицы сейчас просто что-то пожирали постоянно. Так да, они... Так Димин человек радовался поражению, меч поднимая свои небеса. Чё, давайте? Давай. Я хочу уже выиграть. Да, конечно. А я создаю, что. Да Василиск, как обычно, короче, если это какая-то необычная карта, которую мало кто знает, то Василиск... Эй, мне это не нравится. Так, давайте котлету кикай, давай я зайду туда. Может, три бадана лучше? Ну, то есть тут вот. Ну, давайте... Ну и котлету тоже. Оп. Во, котлета. Дима, нормально. Эй, идите кто-нибудь ко мне. Ну, блин, вот возьми Василиска, тогда точно выиграешь. Давайте Василиска или Вейв ко мне, короче. Быстрее. Нормально. А котлета сейчас не зайдет. Ну и ладно. Сейчас там никто не зайдет. Котлета, мы его в каждой игре дважды кикаем, мы третий раз его ждем, а он не заходит. Все, нам рандома. Бедный котлета. Так, у нас сейчас будет программа объяснить новому игроку, как надо играть в карту за 5 секунд. Я угадаю эту мелодию. Ну, так, да. Пожалуй, возьму ту же раз.
Дикие кактусы, что ли? Самое страшное будет, если этот парень окажется албанцем, но он не будет говорить по-русски. Макс, ты против нас, так что забудь все, что я тебе сказал. Просто оставить одни яйца. Да-да-да, яйца и все. Забавно, реально, если вот этого пацана не построить, получается, все твои юниты слабее ровно в два раза. Как будто они остались таким яйцом. Я не знаю, мне снова брать играть. О, я могу за виспов! Пока! Пока, ни хрена ничего. Пока ты стоишь на виде. Хотя нет, новый чел-то, наверное, будет течь. Путин за виспов. Где там? Где. А, вот там. Все, надо успеть пикнуть. Подожди, ты рано кликать-то. Дима, мне тащить или нет? Что? Не тащить или нет? Тащить. Все, мне задолбало проиграть. Да, я попробую вот этих. Знаешь, карту. Так, ты справа, это блин, все. Ты расстроил, значит, не течешь, да, типа вообще? Совсем не варьеры. Сын мага. Так. Сын мага? Да. Ты здесь? Попробую не зараковать. Все, Дима, можешь не комить. Все нормально. Хорошо. Ну, либо от красного постарайся готовиться. Да блин, ты уверен? Я думаю, что только красный будет час. Ну, короче, ладно, я потом просто очень сильную башню поставлю и все, которая пофиг просто посередине как-нибудь. Я надеюсь, что никто. Ну да, наверное, никто не пройдет. Наверное. Да, все нормально. О, за нас яйца. О, у нас чел уже начал течь. Почувствуем мою боль. Да, я уже построил таврак, все нормально. Я еще пофармлю за него. Твой скраб, это твой скраб. О, у меня красивое яйцо есть написано. Так и называется красивое яйцо. Ну, типа Beautiful Glowing Golden Light. Light это свет. Типа, короче, яйцо очень красиво светится. Так, ну чел нормально, он быстро освоился. Это, кстати, прикольно, реально, ты заходишь в рандомную карту, тебе говорят, пацан, строй лабиринт, нет времени объяснять. Ну, пока, кстати, протечек не было, к чести всех участников. Макс, ну ты понял, надо забыть все, что я тебе говорил. Аура вредная, короче, он стоит, а потом умирает от старости, а деревья-то они вечные, так что, пацана, не строй. Нет, почему? Там потом придет человек с топором. Так а ты от него откупишься? Топором. Ну, в принципе, у меня лабиринт готов. Можно... Э-э-э, что это такое? Что? Это? Over and com. Блин. Встречаем Клока. Понятно. Over and com там какой-то. Василиск опять. Где Клок? Кто Клокерка встречает? Не я, надеюсь? У меня с твоей стороны ничего не это. Я тоже клокерку им отправил. У меня с твоей стороны ничего не построено, так что... Не, у меня все... Ну, видишь, у меня хорошо все. У меня лабиринт готов, он, в принципе, силен. Ферма... Тут я оценил, как экстренно я построил кучу башен. Лабиринта... А, подим. Только вот один минус мне паука кинули, а не клокерка. Это еще хуже. Лол. Еще и тень кинули. Построй что-нибудь. Берешь, забери. Нет, не забрал. О, у меня лабиринт не сошелся. Это как в анекдоте про русских. Мы построим туннель дешево. А, мы будем копать с двух сторон, построим туннель за дешево. Если что, то да. Просто будет два туннеля. Так же и у меня. Ладно, все, строюсь. Хватит. Хватит это терпеть. Хватит это терпеть. Опять ты. Не, ну, башни второго тира со с одной атакой, это уже слишком, это уже издевательство. Да ты задолбал, хватит течь, нуб. Я сейчас красивое яйцо построю за тебя. Красивые яйца всегда в тем. Да лу, сдохни, красивое яйцо не закрыло что-то. Ладно, дострою чуть лабиринт, раз вы такие нубы. Дима, делаю упор на левой стороне, у меня уже все нормально. Да, мне... Тут ливнул? Нет. Точнее, у меня больше не... Так, Василиска отбивает, задолбал. Ни разу. Василиск... А у меня это, Вадим, у меня юниты какие-то не очень.
Ну, они серьезные очень. Ну, устрой что-нибудь очень. Так я вот устрою то, что дорогое, а оно что-то не очень. Я еще не скоро протеку, я так думаю. Сука, ну-ка, за ворота там. Блин, где у тебя билдер Василиск? У тебя снайпер с дизолем, Василиск, нормально? Да, он стреляет медленно. Это снайпер с дизолем? Все по страте. Так, сейчас все должно быть неплохо. Кстати, подожди, что он делает? А он нифига не делает, это просто анимация такая. Так, Great Teal Monster from Blue Forest. Так, отлично. Что здесь делает Скорпион? Мне нравится описание здесь. Да, это как про элементы яда было написано. Что здесь делает Скорпион? Ой, лол, они этот встретились ночи. Блин, лол. Тут еще не хватало добавить испанскую инквизицию. Да вы задолбали те, чуваки. Ну стройте вы юнитов, блин. Тихо. Какого черта? Только у меня им помню. Feel my pain. Просто, короче, Моргана такая, что ворвалась. Не Моргана, а Нубгана какая-то. Не, да. Не помнишь у нее фразочка Feel my pain? Да, я помню. Так, можно. Да. Короче, я так понимаю, мои союзники решили не отбиваться. Не, ну, у меня так вот, с переменным успехом. Тебе тоже строиться надо. Только мне почему-то инком слишком много. Надо перестать. Ну ты переинкомливаешь меня, поэтому ты не отбиваешься. Здесь все просто. Как бы если ты строишь мало юнитов, то ты плохо отбиваешься. Строишь много юнитов, хорошо. Нет, только нет. Блин, уже я нафигачил тут нормальных юнитов. Что же посылать? Нет, так ты чуть-чуть-то посылай, конечно. Ой, я нормальных юнитов построил. Блин. Все плохо. У меня юниты зажали. Так, а вот сейчас я что-то сомневался. А, не, нормально. Не, я что-то не понял, вы собираетесь убиваться или нет с этим челом? Не, ну я фиг знаю, чуваки, мы же сейчас проиграем. Вы еще не осознали, что тут как бы надо все-таки строить юнитов, если вы надо... Дима, тебе говорю, на левый упор делай. Да я уже вижу. Там у нас пока только один слабый. Сейчас я тут уже просто построю башню. Пофиг с какой стороны. Вот теперь я буду отбиваться еще вон 10. Ты пацана построил, что ли? Макс, я же говорил, забудь все, что я тебе говорил. Я пацана еще не поставил. Не волнуйся. Надо копить. Или не надо копить. Так. О, гризли. Угу. Ну что-то у меня как-то странно. Скорпионы есть всякие. Понятно. Тут проходит вообще... Блин, что-то у чела вообще проходит. А что-то он какой-то слабый. Вроде голда есть, но что-то какой-то чел. А он не шлёт ничего. Не, ну он в первый раз играет, конечно. Это понятно. Ну, кстати, он убил всего лишь на 18 меньше, чем Василиск. Не, ну Василиск-то ну бас, это я сразу сказал. Так что... Не, ну сейчас я в застройку пошел. Замечательная идея. Я думаю, можно пока покажет пару минут. Я думаю, если того пацана построил, то точно можешь покажить. Не, у меня еще не поставлено, не волнуйся. Начал копить. Рифлы, получили крит, теперь все в порядке. Вот, тут весь барак заслал. Так. Ну, наконец, я по инкому что-то могу. Привет.
Что-то они заинкомили. Блин, если бы не эта неудачная ситуация, нам бы всё было получше. Аппетит. Просто лицо в клавиатуру. Слишком у него какой-то щадящий режим инкома. А Дима типа сильного поставил? Он такой, нет, это еще... Сам. Как бы, сам юнит, он ничего не стоит, по сути, а вот улучшить его стоит дорого. Успел. Когда тут мамонты просто все разуплотняет. Так, Вадим, сейчас одна венга так, пройдет. Вот уж что-то сильное пошло. Но это сильно даже до второй линии не дошло. Что у вас венгарки? Так, ну что, вроде пока нормально. Да не очень. Все. Ну все, на следующей волне можно идти в ФК. А что не очень-то? Да у меня юниты вообще какие-то кривые, мне это не нравится. А что там за раз у тебя там? У меня... Билдера покажи мне. Бандит, бандит. Это который как милитейт выглядит. Так, а вот эти вот парни у меня... Что я, по-моему, играл или что-то, что-то? Что, что там у тебя? У меня отлично. Первые два юнита вообще не котируются. Потом идет рифл, который играет. Ну все, Дима. Потом идет бандит, который бьет. Он бьет очень мало и можешь начинать. А сколько у вас там инкома, люди? Так, Вадим, Вадим. Вадим, забудь про инком дефайте. 250. Точно забудь, блин? Я только что на все деньги послал. Да будь. Чего 2000 сколько? 250. Стройся, короче, застраивайся, вообще забудь. У меня юнит стоит 15 тысяч, у него атака 10 тысяч. И у него клиф. Окей, клиф, о, норм. Ну ладно, сейчас я построю черепаху дикую. Хотя, блин, не... На, скорпиона пока построю, ладно. Хотя, подожди, ты же пока дефаешься, я могу черепаху за 4 тысячи на следующий. Ну, видишь, у меня частично пропускаются. Не, ну, пф, да это фигня, лол. У меня тут два медведя, тут неплохих. Этот Golden Egg абсолютно бесполезный юнит, который никак не грейдится, ничего не это. С этими бесполезными юнитами надо им поработать. Так, вот сейчас к тебе придет Нага. Нага именно тавр. Вот это дальность! Вот это дальность! Неплохо. Лол, ее надо как-то близко к чему-то лабиринту строить, наверное. Какая у нее дальность-то вообще? 2700. Да, ее поставить рядом просто. Вот здесь вот поставить, вот здесь вот поставить. Лол, и может... причем их можно сколько угодно строить, ёшкин кот. В смысле, они еды не требуют? Нет, в смысле, что обычно ультимат... ну, сильные юниты, их можно строить только в одном экземпляре. Вадим, ну день ком, нам скучно. А, слушай, правда, у меня вот этот чувак за 15 тысяч, он всего лишь один. Да. Ты скоро его построишь? Нет. Просто, блин, реально надо? Я просто могу сказать, что если я его построю, мне больше уже ничего не нужно. Ты больше уже не втечешь? Вообще, у него скорость атаки, 2 атаки, то есть 5 атак в секунду. 0,2, да? Да. Неплохо. Ну понял, короче, тебе надо построить новый юнит, и мы выиграли. Да. С одной стороны. С второй не очень. Так, слушай, они этого кинули в питлорни. Ну я сейчас еще одну черепаху поставлю. Да там уже круче идет. Там рыцарь уже есть. Да на рыцаре-то пофиг. Я тут выстрелил себе мини. Мини-лабиринтик. Мини-пристроечка. О, нормально. Так. Жду приказаний. Эй, я здесь застроился. А, нет. Вроде нормально. Фиг поймешь, короче.
хоть чуть-чуть-то посылай, то совсем мало инкома. Инком для слабых. Ассасин бежит, Вадим. Не, ну ты, конечно, этот экстр получаешь неплохой, очень даже, но, блин. Все равно. Сейчас пошлем. Ты как бы его будешь получать даже, если тебе будет инком 1965, я думаю. Да, черепахи неплохо жарят. Хотя не очень. Хотя что-то фигово все. Че, пройдет? Да не пройдет. Да не, на. Не, ну просто, блин, они меня... Вот надо как-то вот так строить весь лабиринт, так, как у меня в конце построено, потому что тут, по сути, чуть-чуть таворок, а обходы нормальные они делают из-за этих малого количества товаров. Так, Дима. Чуть-чуть. Нормально, не прошли. Я не пугаю, у меня же ничего нету. Я тут каплю просто на одну очень сильную вещь. Ну как бы как, чтобы инком был. Ладно, я по 1200 получаю, мне нормально. А, with nature, да, у нас получает экстра голд каждую волну, тоже прикольно. Ну, я, кстати, там уверен, по-моему, уже почти закончил. Опа. Ты откуда? Это не мое. Знаешь, у него сейчас лабиринт, как воспоминания с прошлых дней. Когда-то мы тоже тот так строили. О, у меня волк прошел. Волк прошел? Да. Так, ну тогда я переставил. Не, мне еще нужно чуть-чуть. Иначе одну волну не смогу ничего сделать. Хлебный фарм. Да лол. Убейте его. Сейчас две черепахи здесь построю. Так, все, три волны я жду. Строю пацана и должно все нормально. Блин, черепахи какие-то веселые, реально. Сколько они стоят? 4000. Ну чё, веселые-то веселые, но тем не менее они волка убивают полтора года. Ну это из-за того, что они типа дальники. Так, они панду нам кинули. Вот панда, походу, пройдет. Хотя... Надеюсь, нет. Да не, нифига. Да блин, отстойно, что я вынужден строиться. Лол, этого чувака, кстати, ну, который за вас играет, у него минус армор, нифига себе. Минус 10. Так, все, еще одну волну подожди. Я построю под сильного парня. Мне, кстати, впервые, как бы раз, в котором есть один какой-то мега сильный парень. Я пока только за такие чуть ли не играл. У меня вот этого была такая раса. Там один парень, который каждая атака наносит. 1% максимального хп. Стоит 8000. Не, ну, если их много можно построить, это, конечно, круто. Да. Не, ну у него то атака нормальная. Там Блейдмастер, да, типа? Вот, Вадим, смотри. Чё? Ух ты. Всё, можешь инкомить. Ого-го-го, всё нормально. Ну хотя, ну левый-то давно, кстати, уже нормально отбивается, так что норм. Чё-то у вас панды какие-то слабые. Ну сори, уж какие есть. У этого парня единственный минус, то что у него дистанция атаки всего лишь 350. Ну он у тебя в центре лабиринта, и лабиринт такой нормальный. Такс. Не, ну в принципе нормально, черепахи с скоростью атаки довольно неплохой, с критами. Так, ну-ка надо построить одного скорпиона, посмотреть, что он вообще себя представляет. Может, он что-то клевое прям делает. А, яд. Отлично. Ядовитый. Отлично, что. Яд разве плохо? Ну, это вот фиолетовый чувак, я за эту раз играл. Начинал как-то. Она прикольно, там, короче, сначала только два юнита. У Макса круче раз, один юнит. Блин, я из-за всяких нубов протекающих очень сильно отстаю по инкому от сильных пацанов, наверное. Когда-то я Диму опережал, а вот когда ну, спрашивал... потому что у меня были не сильные пацаны в команде. Нет, в смысле, в начале, ну, где-то там, не знаю, минут 7 назад я когда тебя спрашивал последний раз. Ну, не знаю, сколько у тебя сейчас? 12500. А, ну да, отстаешь. А у тебя сколько? 17. Ну вот, фиг, блин. Фиг догонишь теперь.
Но зато я что-то добиваю. Нифига, ты у меня. Ты своими черепахами меня стрелять начал. Лол, реально что ли? Да, несмотря на то, что стреливают. Неплохо сыграно. Не, ну это круто, на самом деле, то, что они участвуют. То есть они в моем длинном лабиринте они участвуют. Не, у меня плюс, у меня тут юниты-то веселые, они с башем. Вот эти вот чуваки, которые вот улучшенные. Бандит лорд? Да, они с микростанами. Да, у них всего 8800 атаки. Все, можете протекать. Я купил вещь. Наконец-то ладно такой прикольный. Тикс. Вадим в 7 раз больше, чем я убил, почти. Ну вот. В этом-то вся и тема. Но зато у нас с Василиском пинком побольше, чем, наверное, у всей вашей команды. Ну, походу, да. Ну, что-то. Потому что у нас в сумме 27 тысяч, 28. Да. Это. Пинкомим. Начинайте уже. Пора. Дима с командой будет пинкомить. Да. Не, ну одного можно не инкомить, вон он 2300 каждую волну получает, хотя 2300 уже маловато. У нас 3500 получает. Наверное, отставание от максимального, что ли, как-то там? Да не, что-то фиг знает, даже как. Что вы говорите? О чем? Мы говорим. Вы говорите? О жизни. Да. Так, надо в начале лабиринта построить скорпиона, наверное. Чтобы он всех отправлял. Дима. Не слышу. Что? Что? А почему у тебя танки справа, а не слева? Что? Нет, это чтобы твои почты ходили. Ну, так, слышу, Василиска, у меня под скорпионом есть место, да, вроде? Вот под скорпионом, который левее дома, над черепахами, есть место или нет? Вроде есть. Ну нет. Сейчас, секунду, проверю. Да не, вроде есть, нормально. Нет, у тебя там нет. Как нет? Проходить? Если ты имеешь в виду проходить не будут, то действительно не будут. Как не будут? Точно? Точно. Ну, с дешевым этим... дешевым зданием проверь. А, у меня дешевое здание построено на максимум сейчас. Да не, есть тут полклетки, нормально. А, ты про проход под скорпионом, что ли? Да, да, да. А, да, там есть. Я думал, ты имеешь в виду вообще про застройку саму. Да, черепахи заранее начинают довольно-таки заранее атаковать. Но они, главное, еще не стреляют, потому что твоего пацана фиг че стельнешь. На самом-то деле. Ну да. Его, кстати. А, я его еще прокачать могу. Лол, ну все, у тебя лучшая раса, потому что, блин. Есть станеры? Не, ну все, твоя раса пока, наверное, самая пэшная. Есть микростанеры, во-первых, это ОП. Потому что это действует на иммунных к магии. Вон, видишь, я его прокачал, у него появилось... А, слушай, что он делает? Не знаю, что он, наверное, что-то клевое. Написано, что... Юниты, которые дистанции 200. Короче, как прочитать, я даже не знаю. Мои юниты, башенки, иммунны к крипам, которые в районе 200 клеток от... Ну, не клеток, но 200, короче, от вот этого демона. Я, честно, не совсем понимаю, о чем говорить. Но учитывая, что твои товарищи все равно никто не бьет. Я вот тоже не понимаю. Получается, у этих мобов есть какие-то ауры, что ли? Не, вряд ли. Не знаю. Ну, это, короче, бесполезная какая-то аура, ну ладно. Может быть, она имеется в виду всякие там вот защиты от магии и так далее. Но, кстати, все равно, блин, мне это бесполезно. Да, ты все равно, у тебя микростан. Не, у тебя пацаны с микростанами, это пипец. Не важно, какая атака, а у них еще и неплохая атака. Кстати, что-то они мало посылают как-то нам. Так что-то вообще не... Посылает сейчас вообще только Дима, по-моему.
Ну да. Лол, банша, банша просто в коматочке такая, мне двигаться вообще или нет? Ну, кстати, атаки что-то у тебя маловато. То есть она тут идет долго очень, но... Не, ну тут прикол в том, что чисто походу я рассчитан на АУЕ урон. То есть если вот так вот они стоят, стоят, тупят, 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 собираются в кучу и начинается. А как они собираются в кучу, если они примерно с одинаковой скоростью... Хотя нет, задние-то подходят, да, быстрее. Задние ряды. Да. Так, я буду постепенно апать полностью всех бомбит форму. Так, ну что, я достроил лабиринт. Отлично. Не, ну, баньшапка матозе это вообще. Ну там волки уже идут. Короче, пора грейдить барак, похоже. Так, Василис, ты, короче, грейди этот барак боссовский. О, у нашего чела уже последний барак, лол. А, он сам автоматически загрейдился. Вот это еврейский метод у меня. Неплохо. Так, кстати, там же это крип-прайс какой-то есть. Написано, типа, столько. Дим, просто, просто посмотри на мой лес. Ну, прикольно, чё. А зачем у тебя вот эти все штуки стоят? Вот. Справа. Ну, они замедляют, если кто пройдет. А, придержать такие, типа. Нормально, он смог дойти до лабиринта. Немножечко построил черепах. Может сейчас волка стильну. А, ну волка, волк все равно мой. Вадим, открой карту, посмотри на мой лес. Так я и так же играл в двух играх. У меня 59 деревьев. У тебя 59 деревьев, да? Прикол в том, что у меня скорость деревьев стала высокой, а не средней. А, высокой даже? Ты как-то их поплотнее, чем я построил. Че врет? Дима, у тебя на скорость. У тебя есть что ли на скорость атаки? Нет. Один. Нет. А сейчас. Может, ты мне что-нибудь подкинешь, да? Да, уже кидаю. Подкидываю. Монетку, например, подкинуть. Вот плохо в этой карте, что в лейте получается как-то нечего делать. Хотя не, мне-то, конечно, можно еще кучу денег в лабиринт вложить. Ну, мне тоже. Мне лень. Пока мне тебе не нужно. Не, ну мне понравился еврейский метод. 20 тысяч голды сэкономил. Я верен клятве. Так, Василик, ты загрейдил этот свой? Да там все готово. Ну, для боссов, да? Один босс готов к выходу. Ну, давай, когда будет инком, шли. Ну, я не знаю, мне хватит его, я не помню свой инком. Ну, ты посмотри и говори. Сейчас я тебе скажу. Не хватит. Лол. Вот теперь хватит. Отправляешь? Да, go. Погнали. Так, скорпион, босс, хреновый босс, причем какой-то. И все? Босс еще какой-то медленный. Лол, мы протекаем. Протекаем? Да. Отстой. Вот этот поворот. Так, юнит, ты где? Ну что, у нас скорпион? Да-да-да, да все хорошо, успокойся, смотри. Все. Надо и второй еще туда же. У меня смотри, короче, на башенку вот сюда и посмотри, какие там итемы лежат. Посмотрите на свою башню и на мою. Да. Потом опять на свой, потом опять на мою. Самое главное меня радует это тут слово ignores enemy. Я на черепахе. Я думаю, может лабиринт покрасивее сделать. Эстетичнее, что ли? Леса. Сделать посадку леса более креативной. Так. Не, ну эти не скоро нас порвёт. Я тут нормально зачерепашил, короче. Черепаши скалы у меня какие-то. Мне как-то с моим инком. Что там? Лол, вы копите, что ли? За друга. А, блин, Лол, а ведь уже.
Так, один. Ух ты, нифига себе вы заслали. Что-то у меня... Что-то золота ни черта нет. Я могу еще одну черепашку разве что поставить. К Диме там опять? А у меня тут мобы в команде. Дима! Ты что? Нужно больше итмов. Что там прошло разве? О! Алло. Вот у меня все лагает, я ничего. Алло. Алло. Короче, пец какой-то. Вообще ничего не дефается. При нас тоже. Блин, что за прикол? А, я, кажется, знаю, в чем проблема. Кого? Что, мои черепахи нифига не бьют. Что-то я не понял, у меня куча черепах, они вроде должны уничтожать, но они промахиваются. ГГ нам. ГГ уже? Да, я не понял, короче, я построил до чертища этих черепах, а они не убивают. Да, это же все же черепахи. Крапнул слишком ОП. Я ничего не понял. Вот деревья, вот это я поднимаю мощь. Ну так у них выжим, не? У скорпионов. Нифига там, что у Димы построено, что за жизнь. Дикая таверка. Ну таверка не дикая, там и там откатывается полугры, блин, вот который первый два. Зато их, по сути, 6 можно в теории построить. Прикиньте, 6 по 2000, по 22 тысячи атаки. Ну да, короче, здесь, по сути, весь лейт в том, что договориться и всем на одну волну послать от каждого по 3 скорпиона. Ну да, так вот, блин, понятно, что тимплей решает. И босс. Нет, ну не... босс.